Голкипер Владимирской Торпеды, Артем Ковешников. Артем, несколько слов об игре. Очень хорошая игра. Мы готовились к сопернику с учетом того, что самое большое количество единоборств в нашей лиге, именно у этой команды. Знали, что будет жесткая борьба. И сегодня в первом тайме немножко скомканно получилось, в том числе и гол. Но ребята отдать должное им. Выдержали, перебороли в себе это, и за счет футбола, за счет желания играть второй тайм, я считаю, что закономерно мы забили гол. Можно было это делать раньше, но футбол так распорядился. Я считаю, что непосредственно тренерский вклад раскрепостил, придал нам уверенность, что мы можем играть в футбол, и именно за счет футбола, не за счет какого-то терпежа или, как сказать, вымучили мы, именно что за счет футбола мы забили, и заслуженная ничья. Артем, 17 сентября 2013 года, юный, наверное, по тем временам Артем Ковешников выходит на замену. И вот 10 лет в одной команде. Какие ощущения? Я не скажу, что они прошли быстро, 10 лет. Я считаю, что мне будет что вспомнить на старости. Ну, это самые такие яркие впечатления за эти 10 лет. Было очень много. Было очень много ребят, с которыми я играл, которым я благодарен за то, что они встретились на моем пути. Это непосредственно главный тренер, исполняющий обязанности главного тренера Сергея Юрьевича Дубровина, с которым мне удалось поиграть в опорной зоне. Человек подстраивался под любые передачи, и в любом моменте я знал, что у меня всегда есть человек, через который я могу начать атаку. Могу выделить из этих 10 лет. Были хорошие моменты, были травмы. Очень много людей будет встретиться. Я благодарен каждому году. Но вот сейчас такая черная полоса. Прервем ее? Я думаю, что начало положено. Даст Бог при такой работе, как у нас в последние недели. Я думаю, что у нас вознаградит. Ну, дай Бог.